Всем привет! Сегодня 18 мая 2022 года. Стою возле общежития пединститута. То есть ОГУ, Орловский государственный университет. Вот в той стороне. Это сквер Комсомольцев. Улица Комсомольская. Там магазин «Чайка», Комсомольская площадь. Остановка пединститут и остановка улица Мопра. Улица Мопра, это вот там она проходит. Где банк «Авангард» перед этим зданием. Вот так. Здесь находится пенсионный фонд, вот в этом здании, пристроенном к ЦНТИ. Большое такое красивое здание пенсионного фонда. С этой стороны, из той вот сейчас зайдем, посмотрим. И тема этого ролика, вопрос у меня такой, можно сказать, социальный. Если у нас в России мужчины живут меньше на 10, а то и 12 лет, чем женщины, почему они выходят на пенсию позже, на 5 лет? Они и так не доживают до пенсионного возраста в среднем своем количестве. То есть в среднем мужчина до пенсионного возраста не доживает до 65 лет. Это я вам точно говорю. Я считал. 64 где-то года мужчины у нас в среднем живут. Городское население, деревенское, и того меньше. А вот женщины живут на 10-12 лет дольше, чем мужчины. На пенсию уходят раньше. Вот почему такое получается? Нам что, не нужны мужчины? Бабушкам что, дедушки не нужны? И ситуация, похоже, только ухудшается в связи с известными событиями. Хотелось бы сказать пенсионному фонду и вообще правительству и всем людям властным: давайте будем беречь наше мужское население и примем для этого какие-то поправки. Иначе просто вымрем, как мамонты. Ни дедушек не будет, никого. Потому что нет никакого смысла платить пенсионные взносы, когда, знаешь, до пенсии ты не доживешь в среднем. И где вообще справедливость, где равенство мужчин и женщин? Почему мужчины на 5 лет позже выходят на пенсию, хотя живут на 10 лет меньше, а то и на 12? Некоторые говорят на 14, но я так не буду утверждать. А вот на 10 лет точно мужчины живут меньше женщин. Я считал на кладбище Лужковском и на Троицком. Специально такие математические исследования проводил. Мужчины живут на 10-12 лет меньше. Это улица Мопра, она как раз ведет к Крестическому кладбищу. Это улица Комсомольская. Если сюда пойти по улице Мопра, можно к железнодорожной ветке выйти. И далее до Оки дойти даже. Пересечь улицу Городскую. В общем, и к реке Оке выйти. Там улица Комсомольская в сторону центра ведет нас. Вот такой небольшой ролик. Вот подумайте, почему. Спасибо за просмотр.